Доброго дня, з вами «Вірменський час». Напевно, ви вже знаєте, що ансамбль при вірменській громаді нашого міста носить назву «Ани». Багато з тих, хто це чує вперше, не розуміє, що це слово означає і навіть як воно правильно вимовляється. Тому перед тим, як перейти до перегляду концерту вірменського ансамблю «Ани» в Кам'янець-Подільському, розставимо всі крапки над «і» стосовно його назви. Подбор названия для новоиспеченного ансамбля можно сравнить с выбором имени для новорожденного ребенка. К такому важному делу и подход нужен соответствующий. Каким должно быть имя танцевального коллектива? Четким, звучным, лаконичным, в идеале соответствовать характеру и стилю его танцев, особенно если речь идет о танце народном. Логично будет упомянуть какую-нибудь характерную черту конкретной культуры или же наименование местности, древнего города, например. На границе современной Турции и Армении лежат руины средневекового города. Он известен как город тысячи и одной церкви, или же как древняя столица армянского Анийского царства. В XI веке о богатстве и красоте города Ани ходили легенды. О нем знал весь Ближний Восток. Здесь сходились караванные пути из Индии, Китая, Европы. Впрочем, отчасти это его и погубило. Они и близлежащие области были сотни раз завоеваны и разграблены. А сильнейшее землетрясение стало кульминационным моментом в истории его разрушения. Горькая судьба разбросала жителей Ани по всему миру, а сам город сейчас состоит в списке Фонда мирового наследия «Памятники на грани гибели». Но даже будучи руинами, или как его еще называют, городом-призраком, Ани вызывает восхищение. Согласитесь, носить имя города с такой историей с одной стороны гордо, с другой ответственно. Ансамбль танца «Ани», которому всего полгода, с хвостиком успел зарекомендовать себя как коллектив самобытный и перспективный. Участники его уже стали лауреатами первой степени фестиваля «Родник талантов», обладателями звания Гран-при таких фестивалей, как «Путь к звездам», «Славница», «Шоу талантов Лотос Надежды», выступили с сольной программой в Хатобе, а теперь еще и дали концерт в Кам'янець-Подільському на мероприятии, организованном Союзом армян Украины. В концертной программе приняли участие и другие ребята из Харьковской армянской национальной городской общины. Я всем харьковчан очень благодарен, особенно харьковской, скажем, армянской общине, потому что смогли и детей привести, и показать танцы, культуру. Ну, у меня слов нет выражения, я очень тронут и очень благодарности отношусь к этому. И у нас каждый фестиваль обязательно с Харькова выступает, это уже стало традицией. Для старой крепости «Жемчужины Кам'янець-Подільського» концерты – дело привычное. В этом излюбленном туристами месте фестивали проходят постоянно. А вот для ансамбля «Ани» выступать на такой сцене в самом сердце одной из наиболее известных фортификационных достопримечательностей Украины.
тому же перед своими соотечественниками из всех уголков страны было как-то по-особенному трепетно. Но они не просто справились, но и, как говорится, взорвали публику. В воздухе витала неповторимая атмосфера армянского колорита. Говорят, что армяне еще в XIV веке образовали в Каменце крепкую общину, будучи переселенцами из уже упомянутого нами древнего армянского города Ани, города, в чью честь был назван наш харьковский ансамбль. Ансамбль, который Каменец-Подольскому, вероятно, запомнится надолго. Харківська вірменська міська громада вже протягом декількох років підтримує зв'язок з Люботинським навчально-виховним центром. На початку канікул представники від громади вирішили в черговий раз відвідати його вихованців. Літом школьні двори міняються до неузнаваемості. Тишина да благодать. Ученики получили свои аттестаты, сдали все учебники и прочий груз. И с чистой совестью да спокойной душой умчались отдыхать. В эту славную пору мы решили наведаться в Люботинский учебно-воспитательный комплекс и узнать, как проходят летние каникулы у его воспитанников. Заодно и гостинцы привезти. У нас ферма, у нас свои коровы, у нас лошадка есть. Вот сейчас мальчики утром рано встают, накосят и заготавливают сено для того, чтобы лошадке было чем кормиться. Все хорошо. В лагеря ездим. Во втором месяце поеду в этот солнечный, 17 числа. В третьем месяце поеду в Аист, в Змейский район. 40 человек вот уехали в Италию. Вот лагеря Южной железной дороги. Южная железная дорога шефствует над нами. И вот лагеря в разных областях. Вы же понимаете, как интересно путешествовать. Инициатор нашего визита Амалия Тераванесян давно мечтала познакомиться с жизнью интерната, с которым уже не один год дружит армянская община нашего города, а также с его воспитанниками армянского происхождения. Очень радует, что инициативу сегодняшнего нашего приезда подала Амалия Михайловна, которая стояла еще у истоков зарождения армянской общины в городе Харькове. И ей это действительно интересно, и было интересно всегда. И она собрала собственноручно вещи, собрала книги и попросила общине небольшой помощи, чтобы мы все вместе собрались и посетили ребят в школе-интернате. Ежегодно мы посещаем школу-интернат в рамках проектов благотворительных от Союза армян Украины. Этот год не станет исключением, естественно. Я думаю, в сентябре-октябре мы приедем обязательно и порадуем ребят своим визитом. Ну и, естественно, подарками от Союза армян Украины и от Харьковской национальной армянской городской общины. Действительно, в начале учебного года председатель Союза армянской молодежи Украины вместе с представителями от Харьковской армянской национальной городской общины приезжали к ребятам. Их Мамикон и Карен, представители армянской диаспоры в Люботинском учебно-воспитательном комплексе, уже принимают как за своих давних друзей. То ли зов крови, то ли привыкли друг к другу. Была приятная встреча, так как мы уже привыкли друг к другу, мы часто общаемся. И не может не радовать тот факт, что мы очередной раз встретились. Поэтому Карен на самом деле делает большие успехи, он уже адаптировался. Мы знаем, что он здесь относительно недавно по сравнению с другими ребятами. И за столь короткий период он смог адаптироваться и ведет полноценный образ жизни. С Мамиконом нам встретиться не удалось, он сейчас в Италии. Отдыхает в семье председателя благотворительного фонда. Об этом нам рассказала Вера Сивицкая, директор Люботинского учебно-воспитательного комплекса. С Амалией Михайловной они с первых минут общения нашли общий язык. Армяне, ну, я бы сказала так, что им не безразлично то, что происходит на теперешней Харьковщине, может быть так, им не безразлично. Они здесь не в гостях,
Вот. Они члены этой большой семьи. Я вижу, что есть стремление к тому, чтобы сохранялось то понятие, которое у нас было, чувство семьи единой. Хорошо, что Мамикон бесконечно свой и как рыба в воде и среди итальянцев, и среди украинцев. Вот он одинаково. Это очень хорошо. Армяне добрые, не безразличные. Армяне хотят помогать тем, кто в этом нуждается. А сколько талантливых людей. У меня вон стоят книги, и я им рассказываю о писателях армянах, понимаете? И Сараяна я им читаю. Мне приходилось видеть отношение украинцев к армянам. Я армянка, приехала в Харьков в 1966 году. И с тех пор чувствую себя здесь великолепно по сегодняшний день. В течение недели я получила прописку. Я устроилась в школу на работу. И все годы, и до сих пор я работаю. Когда случилось землетрясение в Армении, одно из первых Украина откликнулась на помощь. И я почувствовала, что боль армянского народа явилась болью и украинского народа. Честное слово, почувствовала я это. Многовековая дружба украинского и армянского народа – это что-то поистине душевное и трогательное. Не менее трогательно смотрится статуя матери и ребенка на территории учебно-воспитательного комплекса для детей-сирот. І наприкінці програми приємна новина. Готові дисконтні картки членів спілки вірмен України. Свою картку ви можете отримати в офісі Вірменської міської громади міста Харкова. Це все на сьогодні. До зустрічі вже за тиждень. Сила народу в єдності. Протягом століть, навіть далеко від рідної землі, вірменський народ зумів зберегти свою мову, віру та традиції. Вірмени завжди дбайливо ставляться не лише до своєї історії. Вони поважають людей і країну, де вони знайшли новий дім. Не будьте байдужими. Приєднуйтесь до спілки вірмен України. Об'єднуємось заради процвітання свого народу та всієї України. Бо це наш дім. Желаете выучить армянский язык или же узнать все тайны и загадки истории армянского народа, а может заняться декоративно-прикладным искусством, научиться мастерить изделия из бисера, освоить игру на фортепиано, заняться вокалом, научиться армянскому народному танцу, и не только армянскому? Тогда вам просто необходимо посетить Армянский культурно-образовательный центр имени Месропа Маштоца. В этом учреждении при Харьковской армянской национальной городской общине занятия проходят на бесплатной основе. Здесь вас ждет дружный коллектив, профессиональные педагоги, обучение по программе, утвержденной Министерством образования Украины, и много сюрпризов в новом учебном году. Уже сегодня вы можете записать своего ребенка в дошкольную группу или в первый класс и даже для себя выбрать дисциплины по душе. Справки по телефонам 779-83-66-67-68. Двери Армянского культурно-образовательного центра имени Месропа Маштоца открыты для каждой семьи, независимо от национальности. Артуру Кириленко всего 4 года, а ему уже приходится бороться за свою жизнь. Мальчику поставили диагноз «острый лейкоз», который требует пересадку костного мозга. Деньги на такую операцию самостоятельно родным не собрать. Поэтому просим помощи у тех, кто не безразличен к судьбе Артура Кириленко. Только вместе мы спасем жизнь этого малыша. Расчетный счет «Приватбанк» 5168755-39498094. Получатель Кириленко Алла Андреевна. Телефон 066-62-85-351, 057-779-83-66, 779-83-67, 779-83-68.